Друзья мои, всем огромный привет! Меня зовут Дина. Сегодня я хочу показать видео свое, что у меня цветет. Насмотрелась видео у девочек. Думаю, а почему я ни разу не показала вот такую красоту? Я не знаю, как называются орхидейки сорта. У меня их 2,5. Вот эти вот 2. И одна дохлая-придохлая, которая расцвела у меня не по сорту, и потом решила покинуть этот бренный мир. А я не даю ей покинуть и спасаю. Очень красивая. Вот тут еще бутончики есть. Орхидейка. И вторая. Тоже не знаю, как называется. Эта орхидейка стояла в комнате у дочки. И как-то в одном видео я показывала, что она у меня... Я не знаю, как с ними ухаживать. И показывала, что она у меня... Просто листики все тургор потеряли, все такие сморщенные. Ну, понятно, что я ее не поливала практически, так чуть-чуть, можно сказать, капельным поливом. И спасибо вам, мои подписчики, комментаторы. Мне сказали, как правильно все сделать. И посмотрите, прекрасные листья. Вот, это механическое повреждение, это не вредители. Мне сказали замочить на полчаса в водичке. Листики протирать янтарной кислотой. И все отлично. Так что спасибо вам огромное. Тут у меня еще стоят мои гранатики из семян. И видите, они у меня стали макушки листиков желтеть. Я сегодня уже их пролила этим хилат железа, развела. Пролила. Уж больно хочется мне гранатик. Вот. Дальше что у меня тут еще? Здесь ничего не цветет. Это стоит эписция. Алоха Маноу какой-то там. Она у меня цвела. Вот здесь был цветоносик. Вот такая красивая. Очень красивая, завораживающие листья. Тут же еще стоит вот такая эписция. Лист обломила нечаянненько. Она уже тоже отцвела. Цвела красным. Та, кстати, тоже была красная. Ну, мне кажется, что у нее еще вот там вот бутончики идут. Эписцы у меня еще вот тут вот стоят эписцы. Сейчас я их вытащу, вам покажу поближе. Что еще у меня цветет? Цветет у меня пеперомия. Кто не знает, как цветет пеперомия, смотрите на эти мышиные хвостики. Это пеперомия Грейхунд. Я недавно с нее срезала деточку, поэтому молодые листики молоденькие начали. Ну, она была такая ровненьким кустиком. А детку срезала, сразу видно, да? Где срезала детку. Вот здесь вот. И молодые листики начали лезть. Вот они, мышиные хвостики. Все пеперомии цветут, в принципе, вот такими початками. У меня еще здесь цветет лилия. Пеперомия лилиан, тоже видите початки, но наверху такие кракозябры. Может быть, поэтому она и называется лилиан, да? Вон еще лезет кракозябры. Перестала я с ними спорить, они хотят цвести. Я все время цветоносы удаляла, 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 но они бесполезны. Они просто их выгонят и гонят. Думаю, ладно, раз хочется, пускай цветет. Даже самые маленькие, это у меня немножко в другом месте стоят. И тоже с цветами, с цветоносами. Цветет у меня вот здесь, вот, если вам видно. Пеперомия. Церапегия. Сейчас как-нибудь вот так вот сфокусируемся. Вот такими. Я их называю кувшинчики, но кто-то называет их по-другому. А сверху мохнатость. Вся в цвету. Я ее тут заматываю, туда укладываю, она сама. Она бы уже, наверное, не знаю, до пола бы достала, если бы я ее размотала. Вот, не смотрите на мои грязные окна. Это я так притеняю растения от палящего солнца. Вот, сейчас я достану свои эписцы и покажу. Пришлось маленько подвинуть пеперомии. Эти эписцы я показывала уже посылочку. Ой, ну не посылочку, это я покупала у нас... У местной женщины. Было у меня видео такое на канале. Вот это раскаленное солнце. Они у меня были срезом.
Я их укореняла в амхе, потом пересадила в стаканчик. И вы видите, у меня уже здесь полно корней. Вот они все корни. И потихонечку вывела из теплички. Вообще без проблем. Я не знаю, кто там пугается. Выводить из тепличек. Очень красивый, да? Такой красно-малиновый, не знаю, какой цвет вообще. Вот он сейчас передается абсолютно правильно. Шикарный. Шикарные писцы, шикарные листья. Я их сейчас поставила пока не так. У меня были такие горшочки. Попозже пересажу их. Чуть больше, немножко корневую нарастят. Вот это магический шар. Называется эписца. Тоже, смотрите, бутоны у нее здесь. И самое интересное, вот она у меня стояла в тепличке, и она усы, вот, дали корни какие, видите? Я сейчас прям сижу и в раздумье. То ли их туда притыкать, там тоже корней полно, стаканчик. То ли взять ее пересадить. Или сделать... это тоже вот с усами. Ой, ус с корнями. То ли сделать, пересадить в большую горшочек и уже туда их усики эти приткнуть. Потому что горшочек сам по себе, ой, стаканчик сам по себе не особо большой. И в общем, вот с этой писцы я думаю. Дальше еще вот такая. Это у нас, сейчас, внимание, вытяну. Вот пин. Где фокус? Читать не буду, вот так вот написано. Тоже прекрасно разрослась и даже, видите, цветет. Хотя цветы я у всех практически убирала. Будет цвести розовым. Еще не расцвела до конца, но будет розовая. Цветы, цветоносы у всех убирала. Ну, видимо, проглядела. Еще одна эписция тоже была срезана. Розовая дымка. Тоже она вот с бутонами. Красивенькая. Красивая эписция. Очень серебристые листики. Да, если вам слышно, это моя семья. Дальше сейчас немножечко покажу. Я здесь свет. У меня здесь подсветка. Я сейчас убрала ее, чтобы вам было хорошо видно. Здесь бардак, земля рассыпана, не обращайте внимания. Вот такая пеперомия, я забыла, честно, ее название. Вот я помню, что созвучная с макулатой. Макулата — это бегония, а это макулоза. Кажется, макулоза. Если неправильно, то подпишу. Наконец-то выдала лист. Долгожданный лист. Вот эти листики были... Ну, я куплена была с такими побитыми листами. И вот это самое тугодумное, по-моему, растение, которое у меня есть. Еле-еле вообще. Вот один лист выпустила. Что у меня тут еще нового? Обрезала сцендапсус Happy Leaf. Укоренила макушку. И он мне выпустил боковушечку, почечку, чтобы был кустик попышнее. Еще у меня моя пересаженная альба. Тоже начала выдавать, раскручивать листик. Сразу видно, что будет хорошая варигатность, но листик маленький. Видимо, будет еще такой вивинальный, без дырочек. Оно у меня стало подсушивать кончики. Ну, не сушить, а желтить листики. И у меня было в горшке два растения. Материнский лист и вот этот вот отводочек. Я их разделила. Отводочек сюда. Сейчас покажу материнский лист. И вот этот материнский. Тоже дает у меня вот так вот. А то сидели вообще без движения. Никак не реагировали. Все, вот такой мини-обзорчик. Показала вам все, что у меня цветет. А вот еще у меня есть что. Вот это вот кисличка оксалис тоже собирается цвести. Чем замечательно? В моем случае. Самое обычное растение, но для меня, простите,
для меня необычная, потому что вырастила я ее из листа, укоренила листик, в воде укореняла. И видите, он мне выпускает деток, корявый лист один, и даже цветет. Вот такой красавчик, тоже красивый на стене. Спасибо всем за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока-пока.